Три красивые, но очень опасные планеты. В нашей подборке опасные планеты, которые выглядят потрясающе. В космосе есть планеты, которые выглядят как будто созданные для человека. Но впечатление обманчиво. Эти планеты способны напугать кого угодно. Взгляните, например, на HD 1897-33b. Не дайте себя обмануть. Угадайте, откуда берется цвет? В атмосфере этой планеты частицы силиката. И здесь идет дождь из стекла. Представляете себе косой дождь из стекла, а ветер здесь дует со скоростью 8000 км в час, или в 7 раз больше скорости звука. Никакой зонт при такой погоде вы не удержите. Планета Кельт-9b. Темный маленький шарик на фоне прекрасной звезды. Но не обольщайтесь, это самая горячая планета из всех, что мы открыли. Планета только выглядит милым маленьким шариком. На самом деле этот гигант почти в 3 раза больше Юпитера. На этой планете собираются облака из титана и железа, и идут металлические дожди. Человеку тут не место. А вот для жидкого терминатора из фильма «Терминатор 2» тут было бы раздолье. Раздулся бы он до умопомрачительных размеров. Температура здесь поднимается до плюс 4300 градусов. Это не намного ниже температуры на поверхности Солнца. Для сравнения, на нашем Меркурии всего плюс 430. Проксима Центавра B. Когда эту планету открыли, ученые надеялись, что она будет пригодной для жизни. Ведь температура там такая, что вода находится в жидком состоянии. Ученые надеялись, что эта планета может стать главной целью колонизации за пределами Солнечной системы. Ведь ее родительская звезда, Проксима Центавра, находится по космическим меркам неподалеку от нас. С температурой и водой тут и правда полный порядок. Один минус – уровень рентгеновского излучения, которое получает планета, в 404 раза превышает земной. Такое излучение будет буквально разрывать клетки на ионы.